деле. Вот Юля очень красивая девушка. Шейкер, шейкер. Кирилл на самом деле не очень крутой. И друзья у него вот не очень. Сава, чё? Алло? Да, Сава? Я слушаю, я на связи, Сава. Сава, да. Ага. Погоди, Сава. На самом деле, Коля, вот Коля, друг у него есть. Такое вообще, вообще просто опасно. Ужасный человек. Отвратительный. Ужасный. Отвратительный. Вредный, вредный, да. Я не понимаю, для чего мы вообще его случайно ведь позвали на свадьбу. Да, случайно. Он пришел и теперь пьянствует. Уже третий день, блин, тут. И всю водку выпивает, всю водку пьет. Всю водку пьет. Водку, водку. Спасибо. Потому что... Такое вообще, вообще просто опасно. Ужасный человек. Отвратительный. Ужасный. Отвратительный. Так, скажи мне что-нибудь про молодоженов. Я далее возьму. Я очень вас люблю. Молодоженов очень люблю и уважаю. Это вот. Самое главное. За что? За что? Что? Почему ты их уважаешь? Ужасный человек. Особенно Кире, это мой голос. Блин, ребята, вы очень классные. И... Поздравляю молодоженов с таким великим праздником. Они узаконили свои отношения. Я бы, честно, очень хотел бы сделать так же. Я люблю свою Марию, но хотел бы поздравить Юлию и Кирилла с тем, чтобы они... Они... Любили друг друга, уважали! Всегда были на высоте! Кирилл, за тебя, братан! А я петь умею. Течет ручей, бежит ручей, и я чай, и ты не чай. Ручей, бежит ручей, и я не чай, и ты не чай. Чиллаут, детка, это чисто чиллаут. Позволяла себя целовать. Говорят, поступочки. Я сегодня проиграл, просто я взял и проиграл. Вот такой я человек. А это неудачно, он просто сегодня проиграл. Я сегодня все просрал, мне дали возможность. Жанныч, давай. Посмотрите, это неудачник. Смотрите на него, какая ямка. Не, ну, я бы сказал две. Неудачник? Я уже начал плакать. Это неудачник, он проиграл вверхом со счетом 0-7. 0-7, блядь. Батя, бухай! Hey!
скриншот у нас и у них. Кирилл, что ты можешь сказать про молодоженов? Так, молодожены очень красивая пара. Кирилл и Юля, это просто вообще шикарная пара. Ну, Кирилл, да, он так... Он по внешности не очень... Вот, вот Кирилла мама, снимите ее, пожалуйста. Что вы хотите сказать про Кирилла? Чай найти, чай мне, пожалуйста. Мама, так чай здесь был. Да, я Кирилл, я жених. Не спалился. А, да, да. Простите, пожалуйста. Передавай привет кому. Всем привет. Кому? И какой привет? Хлавину или не Хлавину? Хлавину, конечно. Привет. Пожеланиями? Дима, с моими лучшими. Можно передать привет Дмитриеву? Давай. Потому что Дмитриева без нас заскучала. Можно бабушка моя? Нет, нет. Да, бабушка-то. Да, бабушка. Вам ли-то, вам за ручьем. Вам достать чат? Так. Мы еще передаем приветы. Маша Дерягина, привет. Маша, Лет, надеюсь, ты уже дома, все хорошо. Люблю тебя. Сейчас просто врываемся. Врываемся, если нас слышат. Врываемся! Врываемся! Надя ворвалась! Надя! Давайте поприветствуем Надю в чилауте! Давайте! Твой рэп, это не мой рэп. Круто! Я на себе, что каждый кто найдет термобелье! Чай!
сахар, чай, сахар, чай, сахар, чай, сахар, чай, сахар, чай, сахар. Устал на работе, делай Эва. Если вы сломаете, делай Эва! Делай Эва! Делай Эва! Саня! Саня нету! Саня!